А в 7-м микрорайоне сегодня начался демонтаж очередного остановочного комплекса. Напомню, согласно положению администрации, которое действует в Ноябрьске, городской департамент по имуществу вправе снести комплекс, если арендатор нарушает условия договора аренды. К примеру, владелец торгового павильона на Советской несвоевременно вносил арендную плату, пренебрегал элементарными санитарными нормами и вдобавок своевольно расширил свои владения, незаконно заняв участок муниципальной земли. На предупреждение городских властей предприниматель не отреагировал, за что и поплатился. Добавлю, на сегодняшний день в очереди на демонтаж стоят уже 14 торговых точек. Какие именно это точки, можно посмотреть на сайте администрации. Если в двухнедельный срок их хозяева не исправят нарушения, павильоны ждет такая же судьба.